У Миланы Ефремовой золотых медалей гораздо больше, чем остальных. Ни с одних соревнований она не уезжала без наград. Девочка занимается каратэ-до. Победитель Кубка Европы, Азии и Евразии, чемпионата и первенства России. Много статусных и не очень, но от этого не менее важных и запоминающихся турниров для одной десятилетней девочки. Как вы уже поняли, на этот раз мы приехали в спортивную семью. Папа Миланы Вадим, ее тренер, а мама Юлия – самый преданный болельщик. У тебя дух переворачивается, когда она выходит. И вот последние соревнования, там девочки вышли, они чемпионки. Чемпионки России, они чемпионки сами скачают в Черкесии. И они выходят, они как из фильма Джеки Чана. И даже у меня вот это все перевернулось. Я думаю, как она сейчас выступать будет вообще? Этот кубок за лучшего спортсмена 2022 года. Сейчас. Вот этот лучший спортсмен 2021 года тоже. Лучший спортсмен — это когда ты завоевываешь медалей много за этот год, можно сказать, ну, за половину года. Ты, если завоевал там первые места, вторые, третьи и остался с медалями, то ты получаешь лучшего спортсмена. И тебя в зале у нас есть, там вешают твою фотографию, лучший спортсмен. В спорт Милану привел отец. Мама первое время противилась, заплетала косички, водила на гимнастику и танцы. Но дочь не любила платья и юбки, да и сейчас тоже, кстати, а с удовольствием шла с тренером в зал. Я начала с папой чисто ездить иногда, и потом я поняла, что я хочу попробовать. И когда первая тренировка настала, мне прям понравилось, и мы начали ездить. Да! Первые соревнования у Миланы были, ей было 5 или 6 лет. 5. Она на тот момент, когда уже прошел поединок, не понимала, что вообще произошло. То есть она смотрит, что рефери говорит, какие команды. Я машу рукой, все, закончилось, все, молодец, умничка. Второе место она завоевала. Но для нее это было мимо абсолютно. То есть она вышла, чему научили, сделала, получилось, как получилось. Жена побывала на одних соревнованиях. Потом уже, наверное, прошло месяцев 5-6, были спортивные сборы. Ребенок поехал со мной на спортивные сборы, жена к нам приехала, побыла. Я смотрю, она потихоньку стала проникаться, что... А не так плохо. Где старшие девчонки бегают между площадками, завяжут, выпустят, подскажут, просекундируют. Другой подбежит ко мне, расскажет: так, Милана бал взяла, сейчас Милана отдала бал, сейчас Милана выиграла, сейчас этот. Ты стоишь, и ты ничего не понимаешь. И вот это, как они друг за друга болеют, просто как они кричат, как... Меня только вот это растопило. В спортзале Милана учится преодолевать себя, побеждать, принимать поражение. Здесь все как в жизни. Родители уверены, что не воспитывают пацанку. Что плохого в том, что девочка при необходимости сможет постоять за себя и заступиться за того, кто слабее. В спорте закаляется характер, формируется личность, и дорога на вершину не бывает легкой. У нас была своя схема по подтягиваниям. Хочешь пиццу? 6 раз подтянись. Там киндер-яйцо большое. Хочу, не могу. Муж говорит, 7 раз подтянешься, но на тот момент раза 2. Нет, не 7. На тот момент уже был определенный прогресс. Ну, раз 7, допустим, подтягивалась. Я говорю, мил, подтянешься 10, большое киндер-яйцо. И она уже дело к ночи целый было. Вечер не слазила с турника, пыталась, не получается, и все. И уже, наверное, было время, ну, к 12 часам. И она берет и подтягивается. Тренировки не прекращались даже во время самоизоляции в пандемию коронавируса. Рождались и творческие ролики. Всем привет, меня зовут Милана Ефремова. Несмотря на самоизоляцию, я хочу стать чемпионкой. Мы очень стараемся для ребенка. Мы стремимся к тому, чтобы она выросла хорошим человеком. Но при этом это не стоит на уровне какого-то фанатизма воспитать суперребенка. Важно, чтобы она видела наши взаимоотношения с супругой, чтобы в дальнейшем у нее сложилась картинка, как выстраивать свою семью, как выбирать себе партнера по жизни. Это важно, ну, через собственный пример показать.
и родители стараются создать для своего ребенка лучшие условия. Путешествует семья часто, в том числе благодаря спорту. Постоянные сборы, соревнования, учеба. Но бывает и время для отдыха, как в Сочи в 2018-м. Поездку вспоминают с удовольствием, даже создали семейный ролик на память. Это Сочи. Это наши Сочи. Вот некоторые там приезжают с Москвы и говорят, вот эти child-free, жить удовольствие. Ребенок, это тяжело. Вообще не тяжело. Ребенок, это тебе такой толчок. То есть она тебя всегда ждет. Ты вот, мы пошли как-то в ночной клуб, а ребята, ой, да вам плохо, вы вот домой спешите. Я говорю, дураки вы. Нас кто-то ждет дома, вас никто не ждет. И то есть у нас ребенок везде с нами. Ее называют дочь полка. Она на работе с нами, она рано... Дома начала одна оставаться, там мы по часам звонили, мы и собаку завели, чтобы она вроде не одна была, потому что мы суетные, и она вместе с нами, она везде, вот хвостик наш. И мне кажется, что вот пока не то, что мир вокруг нее, мы вместе все вокруг друг друга, мы понимаем, что придет время, она уйдет от нас, и нам надо будет друг с другом жить, поэтому тут надо вот этот баланс, что есть ребенок, есть наши отношения, и все это соедините. Познакомились мы в соцсетях. Моя будущая супруга поставила мне лайк, я поставил ей в ответ лайк, она поставила 2 лайка. Я ей написал, долго мы будем друг друга лайкать, может познакомимся, и собственно с этого завязалось общение. Чуть не забыли, у них есть еще 2 члена семьи, Мышка и Митя. Собаки породы чихуахуа. Очень любят участвовать во всех домашних делах, часто не слезая с рук, конечно. Смотреть вместе фильмы, лежа на кровати, встречать и провожать на работу и тренировку. Еще одно увлечение дочери, которое поддержали родители, музыкальное. Девочка обожает играть на барабанах. Купили ей установку, соседи отнеслись с пониманием. Там тоже живут музыканты, играют на скрипке. Может, когда-то даже дуэт сложится. Собирали девочку-выпускницу прическу делать. Она в платье красивом, в коротком, голубом была. Она говорит, вы мне только соберите прическу, чтобы потом распустила, а то мне на барабанах играть. Я смотрю, говорю, в смысле на барабанах выпускница? Она говорит, да, на барабанах буду играть. Я Милане это рассказываю, говорю, смотри, вот эта девочка на барабанах будет играть. И Милана, все, смотрю. А ей 4 года было. То есть на тот момент это было просто ляпнуть из этого разряда. Все, и мы как-то вот барабаны, папа ни в какую, какие барабаны, да ну она девочка, ну, то есть карате можно, а барабаны нет. Они живут в мире, где все крутится не вокруг одного человека или увлечения, а вокруг друг друга. Именно такая жизнь нравится им больше всего на свете. И променять ее на другую никто из членов семьи никогда не согласился бы.